Помнить подвиг своего народа, иметь представление о событиях военных лет должен каждый, говорят ребята. Свои знания о Великой Отечественной войне они демонстрируют на викторине. Ученики кадетской школы имени Старшинова с легкостью отвечают на все вопросы. С гордостью признаются, о героическом прошлом нашей страны знают практически все. Готовиться было не очень сложно, потому что у нас очень хороший учитель по истории. Вот он как бы хорошо нас подготовил. Долго, конечно, остались после уроков допоздна. Вот. Но, в принципе, оказалось все не так уж и сложно, как думали. Годовщина, 70-летие Великой Победы. Я думаю, это нужно, чтобы мы знали, помнили своих дедушек, бабушек, людей, которые дали нам мирное небо над головой. Викторина проходит в 3 тура. Нужно угадать знаменитые памятники, ответить на каверзные вопросы, отгадать мелодию песни военных лет. Изучение истории, мне кажется, полезнее запоминается и лучше в таком соревновательном моменте. Но это просто полезно, это важно. Это история нашего народа. Кубки, грамоты и призы получили участники конкурса. А организаторы утверждают, что важные вехи истории лучше запоминаются именно в такой форме.